Праздник всех мам в нашем районе продолжили отмечать и после официальной даты. Поздравить, поблагодарить, наградить самых активных мам решили в Щелковском драматическом театре. Много теплых слов было сказано со сцены, и все для них, для мам. Сегодня в этом мире женщины сильные. Они очень много умеют, они порой успешные, они достигают больших карьерных высот. Но самое главное – реализация женщины, то, для чего создал ее Господь Бог. Это быть матерью. Сегодня с этой сцены я хочу выразить вам искренние слова благодарности и признательности. Признательности за вашу любовь, за вашу сердечность. И за то, что вы есть в нашей жизни. С праздником вас, дорогие мамочки! Пожалуй, не хватит слов и песен, чтобы выразить благодарность за бессонные ночи, за ласку, поддержку, безусловную любовь нашим мамам. Одно можно утверждать – ничто не сравнится с материнской любовью. Для приглашенных мам праздник начался еще при входе. Встречали и поздравляли солисты ансамбля «Распевы», а уже в зале на сцену приглашали для торжественного вручения грамот и подарков. Все это сопровождалось творческими номерами. А еще в ходе мероприятия провели замечательную лотерею, разыграли билеты на спектакль Щелковского драматического театра. Так что подарков в этот день было много. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».